На утро 14 августа в Севастополе зарегистрированы 7 новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие жители Севастополя, сообщили в пресс-службе правительства города. Все они контактировали с ранее заболевшими родственниками. Одного человека выписали после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 408 человек. В стационарах проходят лечение 56 человек. На сегодняшний день в инфекционной больнице под наблюдением находится 167 пациентов. В городской больнице номер 9 – 137. По месту жительства – 462 человека. В режиме обсерваторов продолжают работать пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».